давай еще одну. Вот на официальном сайте президента Республики Беларусь мы как раз и видим этого самого Колю, точнее Николая Александровича, во время церемонии открытия вторых европейских игр. Вот он, если посмотреть поближе, слева от Лукашенко, привет, министр России Дмитрий Медведев. А вот и Николай Лукашенко. То есть, смотрите, он ростом уже даже выше, чем отец. Вот еще фото. Ну, здесь Николай Лукашенко сидит. Вот мы видим этого самого Николая и уже во время посещения спортивных игр. Есть даже видео. Для польского агентства печати об своих впечатлениях об этом. Я хочу, чтобы следующая Европейская Олимпиада, которая состоится в Кракове, была не хуже, в твоем городе, была не хуже, чем Минская Олимпиада. И готовьтесь, мы приедем самым сильным составом. О! Мы должны своих соседей там немножко встряхнуть. По спортивному виду. По спортивному, конечно. Пане президенте, могу пану подать руку? Всего хорошего за Беларусь. Привет друзьям нашим. Спасибо. Впрочем, Лукашенко есть кого брать пример, ведь на постсоветском пространстве подобные прецеденты уже есть. Так, операция по передаче власти от отца к сыну была успешно осуществлена в Азербайджане, где бывший первый секретарь ЦК Компартии этой республики, а позже его президент Гейдар Алиев, сумел протащить на наивысший государственный пост своего сына Ильхама, который правит страной уже 16 лет. В итоге получается, что клан Алиевых находится у власти в Азербайджане уже 50 лет, с 1969 года, когда Гейдар Алиев и занял пост первого секретаря этой республики. Но и это, возможно, не предел, так как и у Ильхама Алиева уже есть взрослый сын, Гейдар Алиев-младший. Так что, как говорят, чем черт не шутит. В любом случае, как видим, постсоветским диктаторам типа Лукашенко есть не только к чему стремиться, но есть и у кого поучиться.